20 представителей филармоний, концертных организаций сегодня наградили в преддверии Дня работников культуры и искусства. Им вручили ведомственные нагрудные значки, благодарственные письма и грамоты. Деятели культуры пригласили со всего Казахстана в столицу. Для гостей организовали гала-концерт. На сцене Центрального концертного зала «Казахстан» прозвучали классические, эстрадные и народные произведения. Организаторы уверены, такое мероприятие – еще одна возможность для лучших артистов из разных уголков страны показать себя. Особенно хочется подчеркнуть, что большая работа нашими коллегами проводится на уровне регионов. Это для нас очень важно, поскольку мы понимаем, что те идеи, те, скажем, какие-то современные и передовые идеи, они должны распространяться по всей республике. И наши коллеги на мастер-классах, на круглых столах, на именно встречах, мы обменялись опытом, мы обменялись интересными идеями. И те вопросы, которые были заданы, они, конечно, способствуют для того, чтобы культура и искусство на всех уровнях развивалась.